мгновенная карма просто. Бухущие едут за рулем. Да. Ребята, ну впереди стань. О, пошла драка. Так, пошла погоня. Пошла возня. Экшончик, экшон. Репортаж с улиц Екатеринбурга. Традиционно поймали какую-то бухую скотину. Все-таки догнали. Молодцы, молодцы. Красавчик, пацан. Я решил пробку объехать. Сейчас как стоп. А, не-не, выехал молочек. А у него оффроуд, там все дела, наклейки он какие-то там. Ха-ха!
что, ебанько что ли? Черт, вонючий, блядь. Тез, блядь, что с людьми нахуй? А вы заебали, вы чё, сука, черти вонючие, блядь. Ебать тебя, что ли, говно сраное. Ебанутая пёл ёбаный, блядь. Ух, хуйня ебаная, блядь. Дурак, что ли? Ты посмотри на линию-то, блядь. Ты стоял, я стоял, ты въехал в меня, понял? Ждем ГАИ делов-то, ёпта. Ты въебал, да? Пиздец, конечно. Какую стоячую? Ты посмотри на... Я стоял. Ты ебать. Пиздец вообще, блядь. Давай, ебать. Смотри. Свою вину нарушать больше не собираюсь. За что доставлен? За право нарушения выезд на встречную полосу. При каких обстоятельствах? На свадьбе у друга. Ну как произошло? Ну, просто ехал, пересек сплошную полосу, вот за это доставили. В дальнейшем? В дальнейшем такого не придумал, не повторится. Смотрел на монету.
послевоенного мира будем обсуждать после победы на особой конференции. Вы ведь это предлагали, мистер Черчилль. Это было так. Сэр Уинстон в разговорах с отцом раньше неоднократно выражал свое опасение, что русские захватят всю Европу. Got it all on camera. Got it all on camera. I got it all on camera. All this instead of just paying $63, right? All this instead of just paying $63, right? All of this instead of paying $63. All of this instead of just paying $63. Что такое, сыной? У кого нету мамы? Вот быдло. Бэху взяли, блядь, и покупают, блядь, что не всякое. Вот этот персонаж, очень сильно спешащий, и которому все мешают, решает, что сплошная полоса, хоть и временная, под Кунцевским путепроводом ему никак не ограничение. Он решает объехать машины, стоящие пробочки, по встречке. Но у него это не получается. Не проходит и пару минут, этот же персонаж стоит на светофоре, заметьте, однополосное движение в нашем направлении. Но ему все вокруг мешают, он гудит изо всех сил, как будто бы хочет показать, что у него самая короткая пиписька на улице. При этом, обратите внимание, он не поворачивает направо, идет со всем потоком налево. Но его все так выбешивает, что он решает покочевряжиться. Любуйтесь. Ну и в заключение, как вишенка на торте, из левого ряда направо подрезая всех других участников дорожного движения. Перевернулся что-то, ё-моё. Вот ток-тока, ё-моё. Контейнер слез. А, уебал в этот, смотри, вверх, ё-моё. Вверх. Опять подня, опустил, ё-моё. Не опустил. Идиот, блядь. Блядь, вот еще идиот, один, блядь. Еще один, блядь, дурак, ё-моё. Надо потом видос с этого, с регистратора взять. Ебать, идиот, блядь.
метров, поверните направо.